Итак, да, всем привет, мы в эфире, нас слышно, все всем отлично. Всем привет, карасики. ДМ6, первая карта будет у нас. До запуска стрима успели сделать два бана, случайно. Это у нас минус краш был и Exile. Тем временем уже Blood Covenant и Molten выбраны игроками. Аниксович выбирает Blood Covenant, Эрик выбирает Molten. Минус Blood Run. Минус Руины. Pulse. Минус Corrupted. Все понял. Ты понял. Все еще заставка тут. Ну, значит, такая большая задержка. Авокин будет последняя карта. Лицо. Это подготовленная домашка или это так, от балды? Я думаю, Рик. Также забирает Афин. Здесь что есть? Сейчас это Рик. Панча. Вайзер Гальдион. Вайзер неплохо. Выбран тоже, да, но неплохо. ДМ6. Нормально можно там срезать. А, Molten Falls. Molten Falls, да. Планета Анархии. Савич. Неплохой бан. Да. Галену, сильный Вайзер. На этой карте. Рика развязаны руки в плане клача теперь. Привет, Анти. Вайзер. Рик выбирает Вайзера, а Никсович выбирает строгий пикера. На молтами. И... Джейм уже. А, Вокин. Заключительный бан Айзен. Вот тебе и клач, опа, только не от Рика, а от Аниксовича. Вот это переиграл. Прикольно. И рейнджер выбирает Рик. Рик будет играть против. Да. Интересно. Забыли. Я забыл. Стрим переименовать. Плашечку, табло. Так, первое у нас. Первое у нас будет ДМ6, Афина на Дума. Да, уже есть. Сейчас просим определить. Так, Central 2, да, у нас выбрано на все три игры. Ну что, все готовы? Ладно. За кого будем смотреть? Так, ну у них уже по одной игре было. Давай сделаем. Давай начнем с урезда Аниксовича. Давай. Чтобы начать смотреть за ним на третьей карте, начнем за ним смотреть сейчас. Неплохо ты придумал. Да. И тем более я его игры очень мало видел. Рика видел, как он играет. Отличный выбор. Мне как раз мне будет интересно. Готовьтесь к бою. Раунд начнется через 3, 2, 1. В бой. Включаем Аниксовича фул. Бан. Ой, ох, как, какой... не долетает до рельсы.
что-то, не идут веревки. Все не пошло. Да, на нет. Очень плохо для них. Давич, большая дали ставка на рел. Теперь будет ждать. Есть лица. Рик преследует. Ага, Рик пошел на мигу. Будет страфить на миге. Не успевает. Хорошо. 190-180. 180 штрафа, еще 90. 70, Шогой 100, надо 100. Добить. Там так осторожно не добьешь, там как еще. Ну да. Задание. Лесу не держит. Интересный мув. Мега спасает Рика, надо теперь на хэви как-то убегать. Еще одна веревка есть. Для ухода надо использовать сейчас ее. Ага. Как на тоненького. Отзонил ракетами, да. Аккуратно слушает оппонента. Такие, знаешь, заугольные аккуратные игры получаются. Все, получил лицо, нельзя выходить. Забрать. Нет веревок. Нет три болта, чтобы снизу кидаться на меня. Ну да. Пел. Промежуточек, когда вот. Там промежуток алявного джампада. Было бы неплохо, да. Все, надо уходить. Жестко попал. Так, что... отдал мигу. Пока что все тут. Хороший триболт на хэви. Пытается обойти оппонента, чтобы их наоборот уже жаждет. Чувствуешь, их достаточно. Да, мейджор хайпер все время есть. Сейчас появляются мегани и получается друг другу штрафнуть. Хороший урон. Это отличный шаг. 180, да, круто. Виктор отступает, ему нужно лайтики кушать. А вот это хладнокровно, то есть. Нет, не так. Только сейчас начинается какой-то экшен. Нет. И то выживают, да? Оба. Четвертая минута. Третья минута уже. Поменялись немножко айтемами. Мега досталось, они к совещу. Еще хэвик можно забрать. Чуть сотку не словил, красиво увернулся. А, тайминг хочет принять шотгана. Нет. Вверх. Снова триблок, но в этот раз не подошел. Сразу под него получает рельсу. Хорошая рельса, кстати, он так вот. Тормоз... Рельса хорошая, очень опасно было. Тормознул, да, его. Интересный мув. Прям проскальзывает между ракет. Но... Начинает играть первый мой. Таким неудачным стартом он теперь ведет сейчас. Карта под его контролем. Рик внизу. Рик далеко от хэви, скорее всего, без штрафа достанется. Все, вот теперь я не знаю, должен понимать. Постек надо идти в размене. Вот грамотно напасть. Здесь Рик хорошо ракетами останавливает, и теперь даже у Рика интересный стек. Да, все. Очень опасно. Да, так, мега лежит. Рик ее будет забирать. Есть мега у Рика. 7 секунд. Эта карта закончится счетом 1-0. Угу. Почти полматча сыграно, да. Ох. Ай, опять сорвалась. Просто холостая веревка. Их на миг. Попадают оба. Осталось 30 секунды до хэви. Немного.
пытается нанести хоть какой-то урон сплэшем. Пытается, Рик уже здесь. Ты видел, блин, даже не попал ракеты, хотя был на той же полке, где и ракета. Тут мансуют друг от друга. Убегает Рик. Шестая минута. И за Никсой. Да, офигеть. 0-0. Как-то и не скучно проходит. Не скучно, не скучно. Активно перестреливаются, активно выбирают позиции ребята друг против друга. Понимают тоже, где кто. Так, прям какой-то дежавю. Снова они там здесь хочет разменять стек. Вот, но попадается не первый штраф. Почему не лицо? И последнюю ракету... Даже без ракеты невыгодно туда идти сейчас. Ой, опасно. Ракета закончилась, кстати. Держит. Ой, хороший выпад. Rocket Jump! Отличный выпад. Есть, 1-0. Поменял ход истории этого матча. Теперь он лидирует. Так, пытается проспамить его Аник Савич. Рик отсюда как? Просто хочет уйти. Он дает 90. Савич забирает эту мегу. Ну, лайтик за ним. То есть лайтик теперь достанется один наверху. Снова машинка. 15 урон наносит всего лишь рокет. Надо отходить. Офигеть, он его машинкой отзонил. Савич теперь заберет сейчас хэвик. Сейчас надо дальше продавить. Здесь из только 100 на 50 получится. Подобрал подсон на рейл. Очень сложный. 22 хп всего. Добивает. From Heaven. 23 зрителя нам. Ставчик. Всем привет. У нас тут ультрадивизион группа 1. Я меня фраг пропустил. Блин, я звук тише делал в этом тоже. Не, 1-1. Ну, да. Был 1-0. Как она... Да. А, не, ну... Там на столбах Аниксович красивый добил. Потом даже пересмотрю. Ой, как хорошо, 60. Ой-ой-ой, надо попасть, надо на машинку переключиться. На машинку переключиться, он же там кричит. Врывается Аниксович. Он его с кулаком. Ну, обилкой, ты видел? Вот это мужик на характере, просто голыми руками. Да. Блин, ну там ошибся, выбери оружие, Аниксович. Там... Да там хоть шога, если шога было. А, шога там, ну... Сотка залетает, контрольная еще 37. И врывается в спину, добивает 2-3 в пользу Рика. Ну смотри, вторая половина матча поактивнее по счету. А в таких матчах частенько, то есть вот идет вот пристрелка, да, пытаться вот подобраться. На первого фрага, да. Первый фраг и начинается потом экшон. Да. Хороший шафт. Интересно, переключился, почему не рельсу? Боялся промахнуться. Возможно, да. Обилка восстановлена. Так. И опять уведомление? Ё-моё. Борьба за лидерство. Ох, как подловил опять его. Опять уведомление показывает. Спасибо, Лёва. Рик зажал сам себя. Ой-ой-ой. Какой стрик. 4-3. Аниксович перегоняет. Подлог на респе практически. Опа. Хорош. Достается хэви в награду. Да, снова слышит его. И снова подлов. Офигеть. Ай-яй-яй, я опять не допрыгнул. Может, он даже и лучше. Минута остается, да. Можно не рваться в бой. Просто зоне держать позицию выгодно. Хорошо подлавливает. Уже тут расслабленно стоит, пытается попасть. Да, да. 30 секунд три фрага на этой карте. У Рика и нету оружия, трибол там только отстреливает его, там пытается. Быстро Аниксович переломил ход игры, очень на самом быстро, деле. Это буквально было фрага. Полторы минуты. Да, полторы минуты до конца. 10 минут. Меньше. Воспользовался тем, что Рик на аркаду шел. Это была его ошибка, я думаю. Хорош! Красиво. 7-3. ГГ.
Так, Коля, ты мне нужен будешь после этой игры. Так, скриншот, да? Да, то есть у меня на стриме заканчивается матч. Этого. До конца стрима так будет. Так, вторая карта у нас будет Molten. Рок на Лайзер. Лайзер готов. Рога пока не видно. Рог не готов. Говори чётче, то пропадаешь. Надо вот так вот просто громче сделать себе. Так, Аниксавич готов? Оба готовы, строго вот сейчас показывает нам. Все, можно запускать. Поехали. Так, ну, на самом деле на предыдущей карте достаточно равная игра была. И просто аркадное поведение Рика такой счет сделал в итоге. Но я думаю... Он на Молтоне еще может показать себя. Ну, Вайзер это всегда очень сильно на Молтоне. Посмотрим, как да. Тут будет себя строк вести. Ну, строк вроде тоже неплохо, на самом деле. И есть тут, где развернуться. Да, у Никсавича, конечно, такой плачевный старт был. Что-то там полминуты не мог... Там, да, не полминуты, секунд 20. Реализовать старт, но в итоге как закончил, зато красиво. Это как, знаешь, на, да наоборот. Да и веревки срывались там. Да. Знаешь, как начал за упокой, закончил за здравие. Ну, молодцом, собрался, да. Да, ну начнем хорошо. Смотреть за Рика теперь. Через... Давай, смотрим Рика. Две, одну, в бой. Он решил не жадно сыграть, сразу хэвик взять. И сейчас хочет. Причем... Ты как мансует он. Перебирает лапками. Да. Так хочет выйти. Рик подождал. Подгадал этот момент и вышел. Сразу дал префайром рельсу. Красиво получилось. Маленькие щелочки там выпасает. 30. Прям вовремя, как бы. Да, вообще идеальный тайминг подбирает Рик. Забирает мигу. Эвик лежит. Лежит. Да. Аниксавич пропускает тайтами. Рику тоже достается. Пропускает пикера. Аниксавич отвечает. Лисой на том же месте, как первый раз. О, зеленый змей нас посетил. Я змей. Что, надо подбирать броню и бегом на мигу. ПКД, просветка. Не попал. И здесь не попал. Два раза мажет. Аниксович подбирает бронь и бегом на хэви, но хэви в этот раз ему тоже не достается. Опять не попадает. Пытается угадать друга перемещение, более выгодно выйти, он хочет из этой низины. Все, получилось у него пройти здесь. Да. Все, разминулись. Плохо вернулся. Сейчас тут похоже будет... Не, ну здесь как-то по игре уже, видишь, активнее стали. И кажется, что первый фраг будет намного ближе. У Аниксовича мега. Да. Так, Хэвик сейчас будет за Риком. Да, не успевает туда Аниксавич. Даже без штрафа. Спокойно. Проходит по часикам. Реболт откидывает. И откидается. Мега следующая. Хорош. 180. Блин, почему не ракета? Да, донатики тоже не отображаются. Спасибо, кто там задонатил. Потом посмотрим, кто здесь был. 1-0. Как тут счет? Как на предыдущей карте.
Тактика первая, Эрик правильно делает на нее. Это выражается? А вот за Хэвит придется подраться. Хэвит остается Аниксовичу, но много урона пропускает, и все равно выжил, офигеть. Так, 1-1. Ой, как выкинул. Как обидно. Сейчас будет бой за Мегу, оба на Меге. Но у него сейчас преимущество, у него ракета, и он просто прогоняет. Все, забирает Мегу и отходит. Аниксович тоже на ракете, пошли ракеты спамные. Хочет догнать. Не попадает это лесо, если попал бы, все, тут Аниксовичу просто в бегство нужно. Но тем не менее, забирает Хэви. Ракеты заканчиваются, всего лишь две, но Хэви в кармане. Ну стэк сейчас будет 100-100, уже даже меньше. Какая лиса, какие три волны, блин. Зачем вообще туда заходить? Что он хочет там пропушить? Лайтик съеден, все съедено. Предугадал, но мало урона нанес. Отошел от Хевика, кстати. Хевик забирает Аниксавич. Нужен шафт, нужны ракеты, Рико. Ракеты, вот коробочка тут же, левее чуть-чуть. Да, вот она. Он взял их. Ставишь делать рокет джамп. Интересно, рокет джамп. Там на 59 неплохо, но могло быть и лучше. Есть контакт. Трейл. Хорош. Отлично. Слушай, в невыгодной для себя ситуации и стэк был изначально больше у Никсовича, неплохо проконтролил. Проконтролил выход. С Миги. Пойди сюда. Пытается не пускать Аниксовича. Вот так вот спокойно двумя ракетами забирает, да. Мегу. Просто отжал. Да. Он... Видишь, он агрессивно. Он не в плюсбэк играет, он агрессивно. Разменный фраг, но это. Да. И у Рика. Ой, Аниксавич интереснее респаун, то есть тут все сейчас заберет. Но Рик сюда пришел первее, забирает и шогу, и ракету. И банка с помидорами не достается Аниксавичу. Диета. Рано слишком выстрелил. Здесь хорошо попадает Рик. 87, опасная ситуация. Ай. Ой, хорошее решение пустить пикера, а не просто стоять, чтобы получать потихоньку урон. Мегаси следующий. Ой, слайд не получился. Мега. Кому оно? Рику, похоже, что достанется, да. Получает 90. Аптечку пропускает. Гонится, гонится. 3-4, минимальная разница в счете. Ой, там... Хороший. Видели, что это ракета забыла, которой не было? Там прям взрыв перед Риком был, прям в лице у него, а ракета не засчиталась. Просто на выгулку выпустил. Так, ну здесь прям у Рика, кстати, фан-база собралась. Хороший прострел. Выгодная позиция такая. Мальчик. Это будет встреча. Не пускает сюда Рик. Все, отходит. Выигрывает еще время. Остается 3 минуты. 3 минуты нужно держать 2 фрага. Вот он идет воевать за этим все равно. Да, мега. Все равно идет в бой как-то. А не ошибка ли это? Хорош. Опасно, опасно. Сбрил пикера. Не получилось комбо сделать. Дождался лайтика, отжал лайтик, ушел. Не, ну тут. Но конечно, Хэви отдает. Ну Рик здесь на яйцах, конечно, прям стальных. Перепрыгнул, не снялись ракеты, она получил сотку. Здесь ракет джампа. Как на тоненького. Как же на тоненького. Здесь да, две аптечки лайтик. Мега экшен. Мега лежит. Мега достанется Аниксавичу, да. Да.
Так, ну... Три, конечно, очень такого на тоненького, но сделал себе преимущество еще круче. Теперь три фрага. За 2 минуты 10 секунд держать это преимущество. 100 на 100 есть стек у него. Да, и абилка так. Тоже. Скорее всего, сейчас будет прожата, да, есть абилка. Ну, идет, но подать просто. На перчатку! У него на молтоне... У него на молтоне преимущество это фраг, он идет просто летит нападать. И в итоге Никсавич сбрил. 2 минуты тем временем уже. Пять-шесть, фраг разница. Аниксович на контроле. Ах, неужели так было задумано через низ? Интересный пикер. Попал ракеты в пикеры. Как хорошо мигу забрал. Один фраг, минута 20. Грамотно заденайл, причем броник там. Которым постоянно пользовался Рик. Просто в мгновение все перевернулся. Думал, сейчас смотри, какой стейк маленький у Рика, сейчас сравни отчет, но нет, 7-5. Да, не попадает Аниксович. А Рик напротив, все попал. Битва на ракетах пошла. Ой-ой, этими шлепками, этим, блин, сплэшем. Вот он, сплэш последний. Ну, тут выживает Рик, да. И... Похоже на конечный. Хорошо. Надо добивать. Отлично, хладнокровный фраг. Тут уже 1-1, молодец, Рик. Увидим третью карту, он очень сильно рисковал. Он очень сильно рисковал. ГГ, пишет Аниксавич. ГГ покидает матч. Красивая игра. Да. Скриншот делаем. Понял, да сделал уже. Рик хорошо на плюсбэке играет. Да это не похоже было на плюсбэк. Ему как-то все равно, что там у него нет, преимущество. Там пару фрагов конкретный плюсбэк. Ну да, там был. Но вот вообще в целом, то есть, грубо говоря, то есть, да, у него преимущество. Он идет воевать, он идет принимать, у него остается 2 хп. Ну да. Но риск был оправдан. В этом плане, конечно, круто получилось. Так, я забыл вот это вот все подключать, кстати, для игры. Сказал, я на второй карте только это понял. Медальки. Оф. А-а-а. Медалек вообще не было с медальками. Просто прикольно выглядит сюда. Итак, православный Авокин. Ну, дождались таки. Клатч. Клатч на рейнджера. Рейнджера пока у меня не видно. Поехали. Оба готовы, да. У тебя рейнджер отобразился? Да. А вот у меня уже тоже есть. Короче, получается, фолловеры и донаты отображаются, да? То я из-за этого пропустил несколько фрагов. Опять думаю, какой-то косяк. Ну, на стриме отображается, да, ты не видишь. Не, ну понятно. Просто смотрю на стриме, я забыл, что у меня задержка здесь полминуты. Ага. Ну, ничего нет. Так, глупых вопросов задавать не буду. Смотрим за Клатча, конечно же, да? Конечно. Мы для этого и начинали за Никсавича смотреть. Все отлично. Отлично, Виви. Какие прекрасные у нас оппоненты. Готовьтесь к бою. Красные. Интересно, он собрал, чтобы Рику что-то не дать, или сам сейчас будет показывать? Сейчас посмотрим. Ух ты, врыв Рика. Рик хотел перехватить здесь эту хэвик. Но не получилось нанести урон, заходит телепорт. Хорошая билка. Отлично использован клатч был, кстати. Круто.
Аптечки, аптечки есть. Он стеснительно дышится. Ой, блин, наловился. Ну, значит... Так, мигу отдает почему-то. Хэви. Так, 50 хп всего у клоча, надо отъедаться. Пойти. Здесь же после аптечки. Хочет получить урон. Он хочет получить урон, чтобы полностью лайтик забрать, но забирает его в таком состоянии. Забрал к нему. Да, мега достается Аниксовичу. Не дэшается туда на рельсу. Фейковый дэш был. Ух, как перед носом прям прилетел. Ну такой достаточно аккуратный клатч. По мне так как будто первые карты сценарий повторяется. Такая аккуратная игра от обоих оппонентов. Здесь хорошо Рик продамажил. Да. Байтик этот нужно слушать. Теперь Хевик лежит. Хевик не был съеден клатчом. Рокки джамп. На рельсу. 33. 33, 3 болта. 82. Не попадает Рик. Здесь не попадает клатч. Ой, здесь хорошо. А, блин, а опять секшен на миге, да. Ну, кстати, Рик с мигой проиграл. Да, тут щит зарешал. Да. Так, попытка пощекотать машинганом. Пули свистели у виска, но вроде бы не попало ничего. Ой, о, хороший полет. Рокет в воздухе. Там сейчас мега будет. Рик знает об этом, сидит на миге. Да, о, куда? Почему не переключился с рельсы-то на такое расстояние? Мега лежит. Надо уходить, я не свечу. 6 хп. Слушать. 20. Эвик-то не. Послушал, что у нас в те оппонент. Да, да. Хевик пока опять никто не берет. Хевик, да, да. Хевик это два цикла уже точно пролежал. Но Аниксовичу опасно было сейчас за Хевиком спускаться. Да, да, да. То есть, тут дело в фраге идет. Тут, походу, уже пошел плюс бэк. Ну, обернись ты! Как-то хладнокровно он так, ладно, сейчас. На капец, блин, ну. Это сейчас еще один фраг должен быть. Настреляли нормально по кукушке. Хорошая рельса. Мигу надо перехватить от клоча. Просто вообще не оборачивается, Аниксович. Получает урон, не глядя. Ой, наносит опасно. Сотку. Рокет джамп. Этот лайтик уже пожалел, что его забрал. Три болта и все, блин. Есть попадание. Какой-то клатч поджавший хвостик убегает просто уже минуты две. И все, ну, и два, блин, два. К сожалению, неудачно, да. Тот самый прыжок, который мне Пепка все время говорил. Прикольно, прикольно. Да. Надо резаться и прыгать. Хорошо, без дамага, без ответного штрафует. У Аниксовича, конечно, интересный подход к разминке перед турниром. 5 часов ладдера, Дэн. 5 часов ладдера, блин. Подход к разминке перед турниром. О, ничего себе, молодец. Осталось 5 минут. Налегке выполнил задержку после джампада. 91. Зацепился. Так, примерно одинаковый стек. Рик все-таки врывается и заносит две ракеты с
с джампада. Серьёзно, даже на шафт не переключился. Офигеть. Вот он за эту мигу получил два директа. На характере, да. Попадает. То есть в свою очередь попадает. Мига теперь за Риком. Платика тут пока что нет. Что-то расшумелся, Рик. Азинка стреливает, как бы. Прикидывает, в каких позициях может быть клатч. Получает урон от лисы. Опасно здесь. Лайтик появился. 100 на 0, да. Слабоватый стек. Так, чуть повеселее. 100 на 50. Успевает, на хэви, но получает. За лису получает 2 лисы за этот хэви. У них Савич чувствует кровь, но он хочет напасть. И готов насадить его на шахту. Отличный щит, надо добивать, нет. Тут, наверное, шогой надо было засуетился, пробовать. Засуетился, да. Если был шотган у Никсавича. Поспешил с ракетой. Так, ну время еще есть. 2 фрага, разница всего лишь. Так. Хороший шанс. Хорошо, ракетами все-таки раскинул. Но какой ценой? Тут стека вообще почти не осталось. Надо отъедаться, ну. Хорошо. Ой, как раскинул. Неплохой штраф. Идеально раскинул ракеты на выход. Оба. Дождал бы там. А, ну тоже 4. Неплохо. Ну, такие мувы, видишь, делает, значит. Не совсем дилетант с клатчом. Нет, тут дело не в мувменте двигается прикольно, просто он как-то стеснительно это все делает. Ну так, да. У него просто стиль игры, наверное, не сильно совпадает. Ну, может, он сегодня кисель просто пил, и знаешь, игра такая тягучая тоже. После киселя. Сейчас, кстати, вот уже ситуация на его стороне полностью. Ему бы сейчас еще один фраг для уверенности сделать или хэвик пойти забрать, и можно уже попрыгать на лицо садиться. Хэви у них. Три ракеты остается. Сейчас будет встреча. Рик спалил свою позицию. Все, он контролирует айтемы. Сейчас вот мига. Мига дороги там идет сначала. Не получилось саму. Вот с рангона. В итоге и за... мига достался. Он за ракету отдает мигу. Слышно было, броник. Хорошая риса. Выделяю окно игры, а тут рис вот так. Оно и так выделяю. Так, я знаю, с чем это может связано быть. Забил и пин выключить. Сотка. Так, снова на мегу. Выходят оба. Быстро Рик перемещается по карте, красиво. То с как бы Рик ищет возможность стек восстановить и забрать мейджерайтом. Для этого нужно подстрафить, нужно дать 2 лисы сначала. Минимум 2 лисы. Можно было подраться с этой железякой. Вот первая. И вот еще одна надо. Пошел шафт, сейчас хорошо на шафт посадил. Еще вторая лиса. Все, до миги еще 3 секунды. Вот она. Все, и теперь нападать. Жаль, второй сферы нет. Лидерство потеряно. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Браво. Шикарное завершение этой игры. Это вообще было просто неожиданно. Так, размьютим ребят. ПГС, ребятки, это было очень круто. Игры очень неожиданные.
Особенно финал третьей карты. Ну, естественно. Рик, тебя с победой. Спасибо. Савич, на первой карте старт вообще не удался. Там первые 20 секунд вообще из рук, по-моему, все плохо, но зато затащил все. Под конец. Да. Ну, я не собран был на первой карте, если честно, совсем. А на Молтоне было интересно, что Рик там вел вот преимущественно, но ему как-то вот это вообще не особо волновало. То есть он готов был лететь, драться. И с нами там был очень большой риск. Нереально большой, но риск был оправдан. Там 2 хп оставалось. 2 рейлгана после того, как я зашел в телепорт, он меня убил. Собственно, директ на Авокине, когда я был за стенкой. Также на Molten Falls я по какой-то причине не смог подобрать красный, на котором стоял. Ну, не знаю, там уже целый набор просто. Дофигища всего. Просто не повезло. Это имхо. Не, ну матч все равно. Чё? Ничего могу сказать. Руки трясутся у меня были только что. Да, со стороны это не было видно. Хотя, может быть, если присмотреться, если на замедленной съемке, то да. Руки трясуки — это когда шаф 16% по противнику, у которого там 10 хп остается. Вот это да, руки трясуки. Ну, это вот твоя позиция. А моя позиция — это 3 карты, блядь, с мандражем играть. Не знаю. Что-то можно было мандражировать, если так хорошо залетает. Ладно, ребят, вам спасибо за игру. Всем спасибо, да, кто смотрел. Я перезапущу стрим. Давайте. Пока. Давай. Спасибо за игру. You guys.